Всем привет, уважаемые друзья, мы продолжаем играть. Сегодня мы будем немного побольше зарабатывать деньги, потому что нам нужны, чтобы это не выгнали. И будем, так всегда, как обычно, снимать и по этой игре. Уважение, друзья. Сегодня 9 число, поэтому сегодня я хочу сказать, что я вчера... Конечно, был праздник, поэтому и вчера я скачал все-таки эмулятор из PlayStation 1. То, что я установил ее у себя со флешки, которая у меня есть. И хорошо в том, что она у меня работает. Работает эмулятор PlayStation 1. Скорее всего, я вот эти некоторые компьютерные игры, которые я хотел поснимать, не получается. Ну, просто попробовать сыграть. Мне не работает компьютер-симулятор на этом компьютере. Ну, не прям совсем не работает, он просто зависает. Во. Просто зависает тупо. Сильно лагает, поэтому мне пришлось удалить все те, которые запланированы. Придется пока на временно заменить на PlayStation 1. Сразу хочу вас предупредить, не все игровые приставки я буду присутствовать в этот, как его, голосовой связи. Особенно в PlayStation 1, конечно, камеру я не использую. Почему? Это очень просто. Потому что моя камера будет мешать видеть все. Это тебе не компьютерная игра. Не, можно сделать каким-то образом, например, совместить, закрыть все черные рамки, открыть только правую сторону. Ну, бывает чуть-чуть там добавить, чтобы было видно, например, камера. И комитой. Ну, если стримишь. Такое можно такое сделать на любом игре, даже на компьютерных играх. Очень просто. Просто рамочку, в смысле, уменьшаешь. Это надо делается только очень просто. Это только на как вам. XS браузере. Не в самом внутренней игре, а на поверхности. Вот, и поэтому таким образом мы и снимаем. Ну, помните, которую я снимал, Sega, помните? Вот, через нее таким образом камерой я так и снимал. Друзья, я хочу сказать, очень благодарю в том, что вы не забывайте в том, что у нас вы смотрите у нас. Придется вот так. Понимаете, так. Все идеально. Ничего не добавляем. Так, оставляем как есть. 100% интерес. Так. Давайте придумаем какой-нибудь новый ингредиент. Например, вот этот. Так, поставим, например, мясо. И еще мясо. И яйцо. А, я не то готовлю. Сейчас, подождите, сейчас. Это надо туда, в этот. Мясо. Все мясо. Максимально 10 ты можешь. Вот, мясо. Мясо. Вместе мясо нельзя, но я знаю, но хочу попробовать, как там у нас там получится совместить. А, только вот это можно добавить.
Все красные отмечены, значит нельзя. Во! Вот это у нас блюдо. Да, мы сегодня будем... Изменять. Смотрите, а это еще остается, да. Но все равно мы больше его не будем снимать. Мы продадим. Вот это тоже продадим. А, он вообще нисколько стоит, это же другу дал рецепт. Так. Будем готовить новое блюдо. Не обязательно вам там постоянно писать, в смысле, название. Так уже понятно, как и в игре режиме, в смысле, когда игру снимаете. Ну, в этой игре, в смысле, когда добиваете. В принципе, все один и тот же. Предыдущий, как говорится, позавчера я тогда заснял. Я думал, что я сделаю еще одну четвертую, а получилось так, что сделал три. И один какой-то третий, получился короткий. Ну, потому что я услышал, ко мне приехали, ну, домой, ну, родители, короче. Вот так и получилось, таким образом я снимать. Все нормально, все нормально. Мы просто делаем видео больше, это главное. Из-за этого, чтобы получилось больше просмотров и подписчиков. Но подписчики... Как-никак. У нас идеально идет вот это все. Всего три. Вот это лишнее получается. У нас вот здесь нету. Одного не хватает. Добавляем и все. Ну, со временем таким образом будет интересы. Естественно. Вы не берите голову. Мы все равно продолжаем, как всегда, как обычно. Сегодня, конечно, 9-я серия, сегодня она у меня будет одна серия, просто она такая длинная будет. Нарушение аутоскейпа бесит. Ну, примерно там на 40 или 50, ну, ближе к часу, короче, я делаю. Но это очень редко, я делаю по... Нет, если делать по одно видео самое длинное, то получается один день, одно видео, где-то на один или два часа. Это, конечно, не трудно, это я смогу это сделать. Так, в итоге. У меня компьютер сломался. То есть не у меня, а у нее. Сейчас будем учить курс. Так, самый хороший вариант вот этот лучше. Ребят. Вот этот какой-то за 50. Но мы сейчас будем учиться чинить компьютер, сейчас будем пока, но временно в первую очередь, потом второй, это то, что я показывал в самом последнем списке. Все нормально, ребят, просто сегодня, конечно, эта серия будет одна, можно сказать, как почти как за праздника считать. Не, правда, за вчерашнего. Ну просто я на один день вперед делаю иногда, тогда какой-то праздник, а иногда на праздники я тоже снимаю, ребят. Даже забываю поздравлять вас. Но я никогда не забываю. Ну просто я... Просто я всегда делаю то, что запланировано, как говорится. Вот и все. Вот такой уж у меня ситуация таким... И таким образом я и так и делаю. И так и работаю. На своем развитии своего канала и так далее, подобное. Конечно, я это делаю, это видео, все это только для вас делюсь. Так же, как и играю, просто получаю удовольствие. Но не за денег, конечно, нет. Зачем мне от вас деньги получать, если компания, которую там, если партнерство подключу, там я даже все равно платить никто не будет. Во. Сделали. Вылечили.
То есть выучили. Вот сейчас компьютер будем чинить. Ремонт. Сами. Навыков не пригодился. Нормально. Сколько чинит, а он там сидит. Все, мы починили. Так, на курсы мы заплатили там 50 баксов. Пока что мы платить не будем. Давайте поработаем. На всякий случай, пока у нас энергия есть. Почему бы и нет? Я просто доиграл, я просто зарабатывал до 1000 долларов в этой игре. Ну, типа, долго играл в этот немножко. Плюс там больше видео, плюс и этот как его. Вот. Так, все, мне теперь поспать надо. Ну, я не прям ровно один час сделаю. Ну, как получится, как и будет, ребят. Я все равно, ребята, снимать буду всегда. И доделать всегда. Вы не переживайте, другие игры все равно будут. Просто хочу сделать то, что есть возможности, короче говоря. И еще, ребят, после тогда я все сделаю, те, которые другие игры пока просто заменю вместо компьютера на PlayStation 1, пожалуй, да. И хочу еще сказать в том, что других игр все равно будет. Насчет исторической истории не стоит беспокоить, потому что я его все равно смогу сделать, это не трудно. Ну, просто надо занимать больше неделю, потому что, чтобы его делать. В сравнении игры. Например, игры я могу сделать несколько серий, например, за один день, ну, там, по 20 или по 30 минут, да? Например, от 1 до 4 штук, то есть максимально, ну, минимально как 4, а максимально 6. Видео, в смысле, делать. Одну игру, в смысле, если делать. Вот. Я сейчас проиграл. А если на стриме, это, в принципе, то же самое, но только единственное, что я по стриме могу делать ибо короткие, ибо ну, типа, полтора часа или ровно до 4 часов. Это чисто один видео. Да, чистое видео. На одно видео, в смысле. Максимально 4 часа. Только на стриме, хочу сказать. А так я просто. Ну, если у вас, например, вы будете присутствовать в чате, в смысле. Ну, иногда писать, не так часто, не обязательно там много писать. Просто я примерно так говорю, если будете, то я могу снимать больше 4 или ровно 4 часа. Но если у вас нету, ну, типа на стриме, да, если вы не присутствуете, то я, естественно, снимаю меньше времени. Ну, просто так я так всегда делаю, потому что тогда чисто один, в смысле. Вот. А что она пришла-то? Или это просто глюки какие-то? Ай-яй-яй, это у нас вниз, значит, вот это сюда. А это у нас вверх. Не пойдет, конечно. Только так пойдет. По-другому никак. Ну вот, то, что я сказал, да, это действительно. Ну, просто... Да, поэтому я так снимаю. Я не скрываю, ребят, я, наоборот, делюсь. Чтобы вы были всегда в курсе, чтобы... А, на вечеринку, спасибо. Я отказываюсь, подруга. Спасибо за предложение. Ну, а все-таки я откажусь. Вот, ребят,
Вы тоже можете играть такие игры, какие они есть. Насчет PlayStation 1 и PSP. Я, естественно, люблю их снимать, но PSP не всегда мне получается поснимать, потому что некоторые игры жестоко лагают. Зависит от какая версия игра, и поэтому вот игра Tekken 5, я его заснял таким, как она и была. Поэтому так сильно лагала, ну, она сильно и так лагала. Вот насчет Tekken 6, она тем более еще хуже, хочу сказать. Потому что Tekken 6 просто так спокойно не поиграешь. Это во-первых. А во-вторых, она сильно лагает, туда играешь даже. И даже поснимать не получится. Ой, нечаянно отменил. Вот. Нет, мне не трудно заснять Tekken 6. Просто мне самого игровой приставки-то нету. Ну, PSP устройства. Чтобы подключить сюда, чтобы передавать изображение. У меня такой который я там скачивал, такой есть такая функция, такая программа, то есть такая специальная, что можно играть на компьютере. Но не это я веду управление, а просто передавать изображение с PSP на компьютер. Вот, а такой у меня был. Но я это давно его продал, свою PSP. Вот, и все диски это тоже. Вот. Ну, я уже не помню, сколько. За сколько я там продавал эти дискеты и сколько получал. Уже не важно. Потому что я этот в обмен на игровую приставку купил себе. На PlayStation 3. Потому что мне нравится. Нет, сейчас выпускают PlayStation 4, потом скоро военно PlayStation 5 выпустят. Ну, пусть выпускают, и что с того. Разница, конечно, так себе. Но я вот что скажу, ребят. Во, идеально. Вот, единственное, что... Конечно, не все люди играют в игровую приставку PlayStation 3, но я-то единственный, кто играет. Но я использую эту игровую приставку, которая у меня там 350 гигабайт внутренней жесткой диске. Ну, хранится, в смысле. Я туда только закачиваю... своего аниме, в смысле, самые интересные, самые моменты там такие, ну, не то, что прикол, а типа-то можно сюда посмотреть и посмеяться, как и Comedy Club, в смысле, шутки такие, комедийные. Вот таких я и смотрю часто, и новые тоже, сейчас я пока, конечно, не скачиваю, но скоро скачаю типа-то новые, и все туда сохранил, все типа-то мне понравились аниме. Вот, и буду там их хранить. Да. Я понимаю, что я сейчас говорю, ну, вам это не интересно, ну, кому-то интересно, просто я просто рассказываю свои действия, что я делаю. Все это время, тогда, даже если я не снимаю, тогда отдыхаю. Я иногда отдыхаю от этой игры, от компьютера. С помощью просто смотрю телевизор или игровой приставки, сижу, смотрю свое, или вот через PlayStation 3, да, вы помните, когда я был на даче у родственников, вот, типа это видео, которое я снимал, да, я там как раз и сидел, и через YouTube, в самом устройстве PlayStation 3, я ваши видео не смотрел. Ну, я не мог его заснять, но просто я показывал, как есть, потому что там лайки ставить нельзя, только там можно только смотреть, можно подписаться и все. Приглашает тебя в кино. На этот раз один раз мы сходим. Потому что так, мы так и пойдем.
И на. Не, серьезно, ребят, хотите верить, хотите нет, но я правда говорю, потому что я врать я не умею. И шутки из меня хреновые. Поэтому я только говорю правду, потому что врать я вообще не умею. Вот когда там, где у нас там были, те, которые... О, прям близняшки, то есть близнецы. Только, конечно, здесь написали по-английски тексты. Мы хотим просто пообщаться, а не отскоблять. Да, потому что тогда добавляется новая там типа версия, да, какая-то новая. Со временем. Нормально. Войти в зал. Так это не то. Оплата за жилье сейчас пришла. Ну да. Вот жалко, что нельзя так повернуть камеру. Я бы сейчас так увидел. Ну, туда, на экран. Вот и все. Извиняюсь. Я настараюсь поправляться, если такое. Нет, это сегодня, то есть вчера где-то. То есть позавчера, в смысле, выпил таблеточку АЦЦ. Самое хорошее лекарство, которое наоборот помогает избавиться от простуды, от кашля, от насморка и так далее. Ну, нам все равно. На одну таблеточку, наверное. Нужно только просто простую воду копеченую. Наливаешь на чашку. Или стакан. Кидаешь ее, пока таблеточка не растается. А вот когда растает, то все, можно теперь напиваться. Я его, знаете, как я его называю? Не лекарство, а лимонад. Для меня как лимонад получается. Так. Нет, ребята, снимайте это хорошо. Мне это нравится. Сейчас вот это одну, один раз вот этот блок сделаем. И все. Дальше остается у нас сделать вот это видео. Где-то примерно 5 штук, наверное. Осталось еще 2 раза, чтобы получился 5. Ну так получится, конечно, 6. Это не проблема. Друзья, хочу сказать, что не всегда у меня получается сделать идеально, там такие... Ай-яй-яй.
не то поставил. Ну, защита вот, конечно, но... Угу. Все, замечательно. Немножко переисправили ошибку. Ой. Так, вставляем вот эту. Так, у нас идет вниз. Один вот этот вниз, да? Ай-яй-яй. Да, один лишний убирается. Фокус добавляется. Замечательно, все сбой. Ничего страшного, бывает. Но это то же самое, что и мы тоже сами, то есть делаем. Например, какую-то часть получился хрень. Ну, типа запись. Мы его только обрезаем. Тоже. Нет, спасибо. Мне не до тебя. Мне надо работать. Где там 8 часов, ты, ё-моё? Ладно. Поработаю на 20 баксов. Нет. Мы просто работаем, потому что нам надо. Вон доги. Поспать. Во, сейчас будем работать на 48 часов. Тогда сейчас поспим. Работа. 48 часов. Во. Ну, то есть на 48 баксов, точнее, на 8 часов. А я всегда говорю на 48, извиняюсь. Это неправда. Просто вот эта работа, вот это одно только. Видеоблог. Ну это... Все, я понял, к чему это видеоблог. Это мы должны заснять человеку об этом. И поделить события, то что мнение, в смысле, как вам это... по поводу видео, кулинарии и так далее. То же самое, что и в игре было тогда-то. Но мы, конечно, такое делать не будем, потому что нам это сейчас нет необходимости. Отказываемся. Согласился, походу, да? Подойдет. Замечательно. Так, мы заработали. Отлично. Приглашает в кино. Нет, спасибо. До свидания. Я уже сходила. Дайте поспать. Шучу. Извиняюсь. Опять закашляюсь. Да, со временем будем зарабатывать и постепенно. Так, у нас настроение упало. Только что недавно упало. Ну, это я знаю из-за чего. Это за то, что ты видео не снимал. Два раза, это значит, видео за... заплатили за видео. Так, мы приходим, все, мы продолжаем делать видео. На всякий случай. О, идеально. Там показали его, а мы начали там снимать. Уже на максимально где-то на 6 идет, да, на 6, на как типа видео штук. Если ты больше снимаешь, то будет еще больше. Это не из-за компьютера техники, вот это купишь, да, новое. Это просто видео файлы, получается, длиннее всех. Ха-ха-ха.
Ладно. Будем уже сегодня заканчивать. Это, наверное, уже получился ближе к часу. Или там 40 минут. Час мы монтаж сделаем. Просто замечательно. Что я могу сказать? Вообще отвратительно получился. Ты только посмотрите. Ни одной подход не подходит. Только один конец, что ли, туда сместить. Так, смотрите. У нас вот так, а здесь у нас вот так. А если вот этот сюда совместить? Вот этого добавим, вот этого добавим. Вот это вообще никуда не совместишь. Если только вот так, то так отвратительно получится. Придется так делать. По-другому никак. Так, у нас она уже устала больше, походу. Да. Ребят, ну просто да, 1000 я так просто, потому что я ее посылал много раз после этого делал видео. Ах вы скотины. Все, давай, спать. Ложись. Ну просто я, в смысле, на работу ее посылал много раз, поэтому так много зарабатывал. Это и есть такой способ для того, чтобы заработать больше. Все, поспали. Надо покушать. Видео пока выкладывается. Радость у них там ни хера. У них там 2000, а вот просмотров намного больше, чем подписчиков наберешь, блин, зараза. Но, так я уже говорил, ребят, долго это мы не сможем, потому что, сами знаете. Ну что ж, уважаемые друзья, я буду заканчивать эту серию. Да, это 4-я часть. Получился один день длинный такой. Ну, я не знаю, сколько получилось, но сами увидите. Ладно, ждите следующую часть, как говорится, следующей серии по этой игре. Мы тогда доделаем, потом еще раз вернемся к ней, только нам, сами знаете. Всем удачи и пока.